Работы проводятся без отключения потребителей от услуг. Водоснабжение не отключается. Завершение работ в конце декабря. Кратковременное отключение, связанное с подключением нового трубопровода в существующую сеть. На данный момент никаких отключений не производится и не планируется. Компания «Инфокс Водоканал» проводит масштабные работы в течение всего года по замене изношенных водопроводных и канализационных сетей. Это один из приоритетов работы нашего водоканала, потому что от этого зависит и как качество предоставления услуг, так и бесперебойность, что, собственно говоря, создает более комфортное пользование потребителями услугами. В данном случае мы сегодня работаем на участке улицы Осипова, и здесь планируется проложить 131 метр нового трубопровода из полиэтилена. Его диаметр 630 мм, срок гарантийной службы не менее 50 лет. Почему именно здесь? Потому что это один из наиболее аварийных участков в центре города. Жители указанного микрорайона довольно-таки часто имели проблемы с прорывами водопровода. И чтобы не страдать от постоянных ремонтов, наша компания приняла решение переложить этот аварийный участок. Мы используем программное обеспечение, геоинформационную систему, проводится анализ аварийности, отбираются наиболее аварийные участки, и по ним проводится планирование работ по замене в первую очередь и самых первоочередных именно участков трубопроводов. Что касаемо данного адреса, хочется сказать, что работы будут проводиться на участке от улицы Базарной до Большой Ирноутской. Здесь, кроме обновленного трубопровода, будут новые колодцы, новая запорная арматура, что в будущем при проведении каких-либо ремонтных работ не будет необходимости закрывать весь центр города, можно будет ограничиться локальными отключениями. На участке по улице Осипова проходит плотная проходимость всех других сетей коммуникаций. В частности, здесь проходит высоковольтная линия 10 кВ электропередач. У нас находится теплотрасса, канализационный коллектор. Проводить работы современным методом бестраншейным путем прокола здесь невозможно ввиду высокого риска повреждения других коммуникаций. Поэтому, как мы видим, работы проводятся открытым способом, траншейным. Это, к сожалению, оказывает определенные неудобства для водителей и пешеходов. Поэтому просьба участникам дорожного движения заранее планировать свой маршрут и учитывать, что до 13 декабря на этом участке Большая Арнаутская, угол Осипова, проводятся самые сложные работы. Здесь ограничено движение. Мы планируем полностью восстановить на данном перекрестке движение с 13 декабря, а вообще по Осипова будет движение восстановлено не позже 29 декабря. Недавно были завершены работы по улице Мельницкой, там проложили 600 метров нового водопровода. Жители улицы Тимирязева, Долгая также получили новый водопровод. И генерала Петрова тоже в этом году это все участки, которые были переложены в рамках масштабного проекта по замене изношенных сетей. Всего нашим предприятиям по городу уже проложено порядка 200 тысяч метров новых трубопроводов и канализационных сетей. У нас разрешение на проведение работ до 29 декабря. И восстановить дорожное движение на данном участке мы должны не позже 29 декабря. Я скину вот это, я...